Сегодня в меню – микрозелень в домашних условиях без земли. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Семена микрозелени – 2 столовые ложки. Делюсь простым способом, как прорастить микрозелень на подоконнике без земли. Вы можете использовать любые семена – кресс-салат, горчицу, редис или горох. Когда будете проращивать семена, обязательно проверяйте, чтобы им хватало воды и чтобы с окна не дуло в зимнее время. Подготовьте семена для микрозелени. Разорвите ватные диски пополам, выложите в миску с бортиками или пищевой контейнер. Обильно смочите их водой. Затем высыпьте семена, стараясь покрыть всю площадь равномерно. Сверху сбрызните водой из пульверизатора. Накройте пленкой и поставьте на подоконник. Оставьте так на 2-3 дня. Затем каждый день сбрызгивайте ростки, чтобы они не засохли. Готова зелень будет примерно на 8-10 день. Микрозелень без земли готова. Затем микрозелень промойте, уберите в холодильник на хранение. Потом ее можно добавлять в салаты, смузи или супы. Получается вкусно и полезно. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!